Привет всем! Сегодня я вам буду показывать свой заказ из магазина Мылоопт. Ждала я его немного дольше, чем обычно, но это зависит от того, сколько у магазина клиентов. Чем больше, тем дольше нужно будет ждать своей очереди. Заказала в этот раз кокосовое твердое масло 900 грамм, 2 ведерка. Аммония бикарбонат 2 килограмма. Касторовое масло. Немного запачканная этикетка, скорее всего, когда наливали в бутылку. Но так все целое, и всегда у них приходит все целое, запечатанное хорошо. И в целом с сотрудничеством магазина я довольна. Магния хлорид. Здесь у меня перламутры. Заказала два таких пакетика по 50 грамм золотого. Внутри они намного красивее, но камера может не передавать этого цвета. На самом деле цвет внутри вот такой, как здесь вы видите. Вот такой. Гликолевая кислота 5 грамм, низкомолекулярная и супернизкомолекулярная гиалуроновая кислота, салициловая кислота и борная кислота. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, всем пока!